Тренер, очередная игра. И опять борьба до последней минуты. Чуть-чуть не хватило. Чего не хватило, как вы думаете? Все хватало, все было по плану. Просто не хватило то, что мы не успели дозаявить двух футболистов. Вот это единственное. Потому что я думал, где-то в конце первого тайма сделать 4 замены. И нам бы это все должно было быть спланировано и должно быть все нормально. А получилось недоработка. Поэтому вот такое есть, что есть. Но ребята вышли на замену, они не испортили ничего. Команда билась до конца. Команда набирает. Ну, набирает так, а очки не набирает. Ну, что там, есть одно очко там. Ну, мы сегодня не должны проигрывать. Если по-честному, не должны. Жалко, но ничего. Просто, что надо готовиться сейчас к кубку. Вот в них будет Хегельман будет 3 дня, а у нас 2. Они вчера играли, 5-0 выиграли, а мы сегодня. Есть 2, есть вот большая разница. Поэтому ничего, мы сдаваться не будем, будем биться, потому что кубок есть кубок. А вдруг что-то повезет. Поэтому не будем сдаваться, но ничего. Мы на правильном пути, но надо просто, видите, прошло где-то 2 месяца, команда совсем другая. Но нету у нас атаки. Вот все, вот это единственная у нас проблема на данный момент. Так в целом ребята работали, работают дальше. Вот сегодня у нас сейчас сауна. Мы пойдем, зайдем, потренируемся. Завтра у нас тренировка, послезавтра у нас тренировка. И готовимся на игру. Поэтому без выходных. Ясно. Как я понял, еще будут футболисты, которых вы не успели. Уже есть они уже тут. Есть только... Они уже были раздеты. Просто не надо было нажать кнопку. И все, они бы были сегодня вышли. Я сделал бы нормально 4 замены. А может и 5 сразу бы сделал. Рискнул бы. Ясно. И там бы была картина ясна. И думаю, вот так... Тренер, во втором тайме я заметил и сказал, что самое частое имя, которое вы повторяли, особенно в конце игры, было Ноюс. И чуть не сработало. Ноюс есть Ноюс. Но нам, как говорится, занял. Жальгирис, спасибо. Очень хороший футболист. Я надеюсь, что Жальгирис через полгодика его хапнет и будет играть в основном составе. Я отвечаю. Потому что он работает на совесть. Я его сделал капитаном команды, добавил ему духа. Пацан нормальный. Так что это будущее хороший центральный защитник Жальгириса будет. Я думаю, мы его подправим. Жальгирис нам должен заплатить будет. Лично мне пару копеек. Но мы поделимся.